Здравствуйте, а что здесь за мероприятие проходит? Лодская гора, насколько мы знаем. И много здесь у вас участников? Вы из Минска? Ой, рада вас видеть. Клуб исторической реконструкции «Волод», город Минск. Дружина Всеслава. Минск. Борисов. Ой, как интересно. Приветствуем гостей Витебска. Удачи вам. Спасибо. Добрый день. Откуда вы приехали? Минск. Рады видеть. Я Дмитрий Храмцов из клуба «Вардентор» в Витебске. Начинается исторический фестиваль, исторические реконструкции раннего средневековья, а также и средневековья в принципе. Будут у нас участвовать и рыцари, и викинги, то есть так называемый мультифестиваль. Скажите, что это за инструмент? Это гусли, раннесередневечные гусли. Вот это именовито реконструкция гусля 11-го стагодия. Держите. Тут основных аккордов, ну, струн 5. Ага. Але, ну, кольки струн, стольки нот. А вы откуда приехали? С Полоцка. Полоцк. Рады видеть гостей. Удачи всем. Спасибо. Торговцев и воинов. Многое видела земля Витебская. И торговые караваны, и варяжские походы, и как наполнялись эти земли людьми и городами. И как создавалось княжество Витебское. Сегодня на берег Вины, на Плоскую гору, пришло множество люда знатного. Два дня будут идти состязания, чтобы сильнейшие показали удаль свою, самые меткие показали зоркий глаз свой, самые быстрые – ловкость свою. В этом году все городские мероприятия, посвященные 1050-летию города Витебска, начинаются с нашего фестиваля. Я благодарю вас всех, уважаемые участники, кто принимает наше приглашение и приезжает в Витебск уже во второй раз на нашу Плоскую гору. Я благодарю и желаю приятных впечатлений всем зрителям, ну а фестиваль объявляется открытым. Я с этим вас, друзья, искренне поздравляю. А вот теперь пощупи. Сколча и там на первом. Доворочимся до партнера. То, кто по правая. Левая ножка. Правая ножка. Левая ножка. Пятая кнопка правая. Куда мы идем? Латгальские гусли.
обрежу ветку и пущу на воду. Плыви, плыви, ружа кветка, я сама к оброду. Сегодня мы будем с театром «Паладин», «Вогненным театром Паладин» и шоу-театром «Кул Кидс» показывать вам историю Геральта з Ривії.